Всем здравствуйте, всех приветствую. Сегодня хотел заснять видео насчет бака. В общем, у нас бак 500-литровый наш родной, камазовский. У него внутри уже почти все перегородки обвалились. Последнее, что было, что произошло, вот здесь вот перегородка упала, и здесь отверстие, и солярка, да, от сварки, и солярка ручьем, короче, потекла. В общем, этот бак, если восстанавливать, его надо по-хорошему вскрывать и перегородку там все переваривать, варить. Вот. Мы решили, короче, купить новый бак. Поехали, нашли вот такой бак за 15 тысяч на 700 литров. Вот. Камазовский бак. Фирма Бакор выпускает. Вот будем его ставить. 700 литров. Длина 1,75 м. Да. Ширина 0,65. Высота 0,65. Такой бак. Будем сейчас устанавливать. Так, насчет бака. Установили мы, в общем, вот бак 700 литров. Какие нюансы по поводу установки? Этот бак выше, он высота у него 65 сантиметров. Старый бак камазовский, он идет на... Высота у него идет 54. Ширина такая же, 65. 65 на 65. Длина 1,75 м, как я уже говорил. Так как высота выше, пришлось кронштейны, вот эти 4 камазовские, чуть-чуть ниже опустить. Мы опустили где-то на 12 сантиметров у нас получилось. То есть от рамы там ниже кинули. Ленты тоже пришлось немножко поколхозничать, удлинить, потому что заводские ленты мы такие длинные не нашли. Вот. Ну, может быть, в дальнейшем где-нибудь найдем, поставим, установим. Установим заводские ленты. Сейчас пока так. Еще какие нюансы? В принципе, так больше вроде ничего. А, единственное, еще у нас здесь стоял леер. Вот здесь. И крепился он. Вот здесь вот. Вон. И пришлось снять его пока, потому что, ну, сами видите, он не умещался. Бак длиннее. Получилось так. Надо куда-то его сюда перенести. И придется профтрубу удлинить. Вот. Можно его сюда перенести еще. Вот здесь еще вторые стоял кронштейн, но... Это намного длиннее получится, не знаю. Вот. Вот с этой стороны сейчас. Да, вот так вот с этой стороны. Этот бак на 400 у нас. Теперь в итоге у нас, короче, стало на тонну 100, практически с тонну 100 литраж. Такие вот дела. Кто хочет побольше бак, вот можно на 700 литров поставить. В принципе, все нормально. Немножко расстояние, конечно, низкое между рамой, между будкой, фургоном и баком. Но у нас выхода другого нет. Только так. Вот. Ну а так в целом, в принципе... Открыть можно, все, заливать, все. Такие вот дела. Подписывайтесь на наш КамАЗ. Ставьте лайки, всем удачи. Делимся полезной информацией. Помогаем друг другу. Всем удачи.